не удержался. Короче, вышел я в эфир, но только как бы для того, чтобы сообщить всем жаждущим и страждущим информацию о окончательных результатах. Потому что благодаря тому, что я нахожусь постоянно в штабе соревнований, у меня иногда есть возможность слышать вещи, которые, в принципе, остальные участники не слышат. Результаты последнего взвешивания по всем трем подзонам по нулям, кроме бельгийцев, которые в зоне С взяли одну рыбу. Но эта рыба им ничего особо не дает. Они просто переместятся, возможно, на первое место в зоне, но как бы они не получат преимуществ в общей таблице результатов. Поэтому результаты, которые были на утреннее взвешивание, они остаются такими же и сейчас. То есть Украина чемпион, Хорватия второе место и англичане взяли бронзовые медали. Все молодцы, как бы в таких тяжелых условиях все-таки что-то поймать и выиграть, это просто замечательно. Поэтому, ну что могу сказать, Украина молодцы. Подтвердить свое чемпионство второй раз, это просто круто. Всем спасибо.